связи с завершением реконструкции на железнодорожной станции «Лесной городок» изменилась схема движения на маршруте номер 58К от Краснознаменска до станции МЦД «Одинцово». Как отметили в Минтрансе Подмосковья, теперь для удобства пассажиров автобусы, следующие из Краснознаменска, заезжают на остановку рядом со станцией «Лесной городок». На маршруте работают 4 автобуса с интервалом движения в 30 минут. Первый рейс из Краснознаменска отправляется в 6:30 утра, а последний – в 8 вечера. Для пассажиров действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».